Все, наверное, помнят Покафон F1, который в 2018 году взорвал рынок и пропал на 2 года. А тут в 2020 году он появился Poco F2 Pro, Poco X3 и Poco M3. Да, он у нас уже есть, правда, инженерный образец, но я думаю, мы разберемся с ним. Похоже, Xiaomi решила возродить линейку Poco. В этом году выпущено уже целых 3 устройства. Poco F2 Pro со своей AMOLED-матрицей и топовым железом. Ну, естественно, за хороший такой ценник. Потом идет Poco X3 со своим 120-герцовой IPS-матрицей. А теперь Poco M3. Бюджетный смартфон. А что же в нем есть? Давайте проверим. Из особенностей бы отметил дизайн. Красивый логотип Poco, удобное расположение модулей камеры, текстурированная пластиковая крышка. Очень удобно. Это первый телефон Xiaomi, на борту которого 6000 мАч. Интересно, сколько его хватит? Чуть позже проверим. Камерой, конечно, не удивили. 48 мегапикселей. Но, в принципе, хватает. Почему-то решили отказаться от макросъемки. Добавили только ширик и портретку. Хотя макросъемкой я не особо пользовался. Но как-то так. Все вроде бы красиво, но есть одно но. Каплевидный вырез, устаревший. Его можно было бы чем-нибудь заменить. Но надо его протестировать. Встретимся через 4 дня. Для вас это пройдет секунда. Увидимся. Ну что, потестили мы его пару дней. Что могу сказать? Snapdragon 662 хватит для простого использования. Память у нас 428, будет еще версия 464. Но всех же интересует, а что же в играх? Сейчас посмотрим. В играх он тоже себя хорошо показывает. На высоких настройках колде не меньше 50 кадров. Но после пару каток телефон начинает греться в районе камеры. Но руку не печет. А с такой батарейкой можно играть очень долго. Мне с активным использованием хватает вот до 1,5 дня. Еще порадовал стереозвук, очень неожиданно для бюджетного сегмента. Ну что, подытожим. Шикарная батарейка, достаточно производительный процессор, неплохая камера. Но есть одно но, нет NFC. Для 2020 года это печально. Но ждем версию финальную уже в продаже. С вами был я, Артем, эксклюзивный Poco M3. Вы на канале Mi Buy. Ставьте комментарии. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!